Получается у нас, чтобы вы как пользователь получили возможность воспользоваться услугами при PayWay, вам будет необходимо приобрести их внутренний токен, токен InBit, потому что именно он осуществляет жизнедеятельность платформы и активирует смарт-контракт. Данный токен является стандартным утилит-маркером ERC-20, то есть он на эфире у нас сделан, начальная стоимость которого за 1 инбит составляет 1 евро цент. Также всего разработчики намерены выпустить у нас 12 763 636 000 токенов, из них 650 миллионов будет выделено для продаж, то есть это при ICO и ICO, а оставшая часть будет распределена между участниками команды, ее советниками, оставшиеся же токены останутся в резервах компании. И все нереализованные токены в момент продажи будут также сожжены. То есть, как мы видим, есть еще скидка, да, это 70%, и цена с учетом скидки у нас получается за 100 токенов InBit, цена будет у нас 30 евроцентов. Минимальная сумма покупки это 10 евро, и максимальная сумма это 300 евро. То есть не будет так, что у кого-то будет очень много токенов, так как максимальная сумма всего 300 евро. Хардкап они пока еще не установили, так же как и старткап. Также для покупки токенов вам необходимо будет пройти процедуру КУС. Ну и жители, резиденты США, Швейцарии, некоторых стран, к сожалению, не могут приобрести. Вам необходимо подать заявку на участие в ICO, зарегистрироваться в whitelist, да, ввести имя, фамилию, электронный адрес и сумма в евро, которую вы хотите инвестировать. Также давайте посмотрим. Вот у нас, как я и говорил, 6,5 у нас идут на продажи, 3,9 это резерв компании, консультанты сообщества 1,4 почти, команде 584, ну и общее предложение это у нас 12 миллионов, да, 763 токена. То есть получается начало регистрации в феврале, первый раунд еще неизвестно, и ТГЕ в 2019 году.